Год назад рынка купонных сервисов, его просто не существовало. Год назад, если бы мы сделали какой-то поиск или аналитику по этому рынку, то мы просто ничего почти не нашли. Возможно, может быть, некоторые какие-то мелкие проекты там, да. Сейчас, буквально за год, изменилось вообще совершенно все. На наших глазах рынок просто появился. Сильно вырос, появилось огромное количество больших игроков, мелких игроков, игроков вообще третьего эшелона. Мелкие игроки, они либо самоуничтожатся, либо их купят как-то, либо вот база просто они там поделятся, еще что-то, да. Но мы думаем, что в конце года останется какой-то самый вот костяк, там топ-5, допустим, игроков, может быть, там чуть побольше. Те, которые серьезно относятся к своему бизнесу, у которых есть там колл-центр там 24 часа, у которых есть там отдел, который занимается тестированием своих же акций, да, дилов. Только останутся только те, кто серьезно действительно подходит к своему бизнесу, потому что на самом деле хоть довольно большая маржа у этого бизнеса, но опять же большие затраты по, ну это непростой бизнес на самом деле, он не автоматический, там действительно много людей, там действительно большой как бы творческий подход, да, и поэтому кто не умеет это делать, кто думает, что он так вроде выехал на купонной теме быстро, да, кто это не умеет, тот исчезнет просто с рынка. Поэтому в конце вот этот год он, возможно, будет показательный, потому что рынок очень сильно очистится, большие станут еще большими, там мальчики станут мужчинами, да, а маленькие исчезнут, скорее всего, вот так.